Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, сегодня записываю очередной видосик. Сегодня у нас вторая серия битвы контейнеров. Сегодня, как всегда, со мной Тёмик, поздоровайся. Ку. Сегодня откроем 50 контейнеров, я буду открывать на банке 73, он будет открывать на каком-то жестком его нагибаторском мульте. Посмотрим, кому сегодня лучше упадет, и попробуем посчитать счет именно-таки до прям конкретных чисел, чтобы было всем понятно. Ну а вы, ребят, также оставляйте в комментариях свою версию, кто победил в нашей битве. Ну, я думаю, долго мы затягивать не будем. Сразу начнем открывать контейнеры. Ты готов? Да. Давай, первый пошел. Открывать, ребят, будем сегодня по одному. У меня зеленая 10к. Двойная защита. Так, 1-0. Давай второй. Белая, двойная защита. Вот твой контейнер пришел, походу. Не тушки. Изикатка 1-0 остается. Еще один. О, мины, красиво. Двойная защита. Ух ты, красиво падает. Я смотрю, зеленый, 100 всех припасов. Да снова двойная защита. Чисто буду защищать. Это 2-0. 2-0. Так, давай дальше. Подъемка. 10 дней подъемка. 2-1, у меня броня. Так, белая. ДДшки. Че у тебя? 500. Блин, одна нара падает. Джесс, сейчас подожди, посмотри, сколько у меня уже нарки упал. Вообще красиво, просто красиво. Так, продолжаем. 3500 у тебя было, да? Значит, 2-1. Да. Опа, синие. 25 кокри. Неплохо, неплохо. 50 батарейк. Так, это было зеленое у тебя, да? Да. Зеленое свечение? Ну, нормально, 3-1, изикаточка пока. Пока нагибаем. Так, белое, ясно, нетрушечка. Еще двойная защита. Ох, ты красиво висет тебе, я смотрю, не сегодня. Да. Еще ДДшки. Блин, сегодня что-то вообще не фартит пока. Синие. Что, 250 всех припасов. Опа, на 3-2. Так, 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 так. Белая, 3,5к. Еще двойная защита. Блин, а это сколько мы открыли? Открыли по 10 контейнеров? Я 10. Я 10 контейнеров открыли. Не так еще плохо падает. Давайте дальше. Зеленая римка. Это 500. Окей. Ты говори главное свечение, чтобы было понятно. 4-2. Ну, белая. 4-2. Так. Опять зеленая, 5 золотых. О, голды мне нужны. Белая двойная защита. 5-2. Так, подождите, где у нас? Где у нас голдишки? Голдишки, ребят, нам пригодятся. Скоро, ребят, будем устраивать очень много всяких спаси голдов. Так что, если вы не смотрите стримы, то обязательно приходите. Будет весело, интересно. Ну и можно еще подформить, конечно же, промокодиков, ребят. Так, давайте дальше. Ага, ускорение. Здравствуйте. Зеленые 100 всех припасов. Так, это я сбился уже. 4, сколько? 4-3? Походу 4-3. Или 5-3? Не знаю. Ладно, 4-3 пусть будет. Давай дальше. Зеленые 100 всех припасов. О, миночки пошли уже по минкам. О, это 5-3, изи катка. Первый раз. Еще зеленые 5 золотых. Не нормально. Еще двойная защита, да. Блин, у меня одни зеленые, у тебя одни белые, я в шоке. Сейчас пойдет лям. 5 золотых, нормально. 10 голдов уже плюсуют. Так, это уже 6-3. Белая. 3,5. У тебя что? Золотое глазка. Да? Какая? Джинга. Давай, дай, открывай. Сейчас посмотрим. Может, он меня разводит, ребят, сейчас увидим. О, она закрылась. Я escape нажал. А, ладно, меня развели, ребят, я понял. Так, это значит у нас 6-4. 6-4. Давай я покажу. Смотри, сколько. Есть контакт? Ну, есть, просто я. У меня ничего не добито. А, ну ладно, это пофиг. Пофиг. Ну да, такая красивая, я уже не буду ее открывать на экранчик. Ну, неплохая краска. Пойдет. Будем ждать, конечно, что-то годного. Что-то годного. Все-таки за 50 контейнеров, я думаю, что-то хорошее должно нам падать сегодня. Что бы ты хотел выбить сегодня, а, Тёмик? Кристалликов побольше. Ничего не падает. Лимончик, не? Да. Дай лям. Да, ну, не знаю, не знаю, честно говоря. Мне кажется, что сегодня не мой день. Пока что я не вижу, чтобы мне что-то годное дропало. Так что давайте продолжаем. У нас счет 6-4, да? Если я не ошибаюсь, то 6-4. Дальше. За золотой можно 10. 50 батареек зеленой. Двойная защита. Чего у тебя? Белая. Двойная защита снова. Ну ладно, там за краску. Короче, счет ничейный, 7-7 пусть будет. У тебя краска все-таки дропнула. Синие. Зеленая. Так, 8-7. Все в Тёмину пользу. Тёма вырывается. Еще 5 золотых. Нормально голды краска фармятся. Камняная. Так, что там? Опять зеленые. У меня одни зеленые сегодня падают. 10к.
Минки выпали. Так, это 8-8. Что у нас? Двойная Белая. защита. Круто. Красиво падает. Так, я 21 открыл. 55 батареек. Да, я тоже, кстати, открыл 21, все равно. Батареек 50 тоже. Так, ну что там? Ну сегодня будет мне хоть один контейнер. Хоть один дайте нормальный, пожалуйста. А то я сейчас на 15 буду открывать, чтобы мне хоть что-то упало. Еще 50 батареек. Синяя? 150 батареек. Здравствуйте. 150 батареек. Синяя. Так, это у нас 9... 125 ремок. 9-8 это у нас уже. Так, сколько у тебя сейчас контейнеров открыто? 24. Так, у меня 23, значит, сейчас подожди, один открою. Зеленая ремка у меня, значит, 8-9 составляется. Так, давай дальше. Опчик. Зеленая, 50 батареек. 257 припасов. Кристаллы вообще не падают. 9-9. 9-9. 9-9. Кто выиграет, Тёмик, а? О, по кристаллам пошло. Ну давай не торопись. Так, у меня двойной урон. Что у тебя там? Сколько? 3500. Ага, 250 навыки прошлый. Ускорение. Вот, походу, уже понерфили эти, блин, контейнеры. Двойной урон. Ускорение, блин, вообще ничего не падает. Дальше. Красный! Ой, легендарочка моя! Сука, да идите вы нафиг, ну зачем мне это говно, блин, Prodigy 2.0 на еще одном аккаунте? Боже ты мой, ну ё-моё, ну ё... Двойная защита снова, какой раз, двойная защита. Ну вы прикалываетесь, ну зачем мне эта краска? Это двойная защита. Prodigy 2.0. Ну говно, поздравляю. Поздравляю, да, я выиграл, чисто выиграл. Самая офигенная краска, которую я могу... 10-10, давай. У меня осталось... 21. У тебя синестезия выпала? Нет, синестезия кладет. Ну, а, окей, играем дальше. 3,5. Тоже. 20 контейнеров у меня осталось открыть. У тебя сколько? Я открыл 30. Ну вот, значит, нормально, все правильно. Давай дальше. А, зеленая, 100 всех припасов. Двойной урон, ясно. Уже 11-10, Тёмик нагибает. Тёмик нагибает. Еще зеленая, 50 батареек. Давай мне что-то нормальное. Ясно, белая, 12-10. О, 10 тысяч, наконец. Да хорош ты открывать уже, ёма, 10к он говорит, блин. Уже 13-10. Уже я сливаю. Уже по полной сливаю. Блин, у меня одни белые, просто давай, ускорение. Давай. Ускорение. Ускорение. У меня синяя еще. Краска нано. 14-10, ё-моё. Такой. Крисы, 10к. Ага. Двойная защита. О, 14-11. Какой 15-й раз двойная защита? Вы серьезно? Вы вообще серьезно? А, мины! Еще двойная защита! Вы че? Я защищаться буду-то. Этот, навсегда двойной защита. Урон. Ну вообще не падает. Ну просто не падает. Одна краска за 50 контейнеров. Да вы прикалываетесь. 10 тысяч. Двойной урон. Тихо, двойной... Два... А, минки. Уже минки, уже хорошо. Почти что. Так. 13 контейнеров осталось. Ну давай, давай, открываем. Синяя, 25к. Двойной урон. Это уже я сбился. 14-12. Мины. ДДшки. Ох ты, боже, боже. 10 контейнеров осталось. 10 контейнеров. 10. Еще двойной урон. У меня тоже 10. У меня осталось 19, но откроем, ребят, чтобы 50 было. Чтобы можно было хоть какие-то итоги подвести. Что-то вообще в этот раз вообще не фартит. Если вы, ребят, смотрели 10. Предыдущую серию наших открытий, то там нам повезло намного больше. По кристаллам вообще ушли в хороший плюс. А сегодня... Может 5 попробуем? Не идет. Блин, ускорение. Ну давай, давай 5. Давай 5. Давай. Ну. Ускоряшки. Х2. Мины. 50 батареек. Х2. Ну лучше бы я не открывал, отвечаю. 10 тысяч Х2. Там нарко говно и 3500. Ну блин, зато счета сбились, ёма. Короче, давай. Осталось 4 коров контейнера. Счет у нас равный. Пусть у меня будет 5. Равный. 5, да? Давай, открой один. Ну вот, 3500, вот уже 4 осталось теперь. Так, давай. Давай, бум. Ускорение. Белый. Еще 3500. Ну? Зеленая ремка. 10 тысяч. У тебя тоже зеленая, да? Значит, да. Пока счет. 2 контейнера осталось, пацаны. 2 контейнера открываем. Два контейнера. Кто нагибатор года? Синие? 250 всех припасов. 12 защита снова. Какой раз? Ага. И последний, ребят, контейнер. Последний. Белый.
Я сверху. 3,5к. Ну что я могу сказать? Ну это вообще печаль, беда, открытие. Ну где вот это то, что должно падать? Просто где оно? Объясните мне. А в прошлый раз открывали, сколько было всяких разных прикольных там красок, еще чего-то падало. А сегодня одна краска и то в легендарке, и все. Сколько синих? И все. Синих мало. Кристаллов я форманул. Ну блин, хорошо, если там 1070. Ну очень мало. Не, ну может 1100 я форманул, очень много нарки. Золотых немножко поднял, да, где-то 15 золотых упало, батарейки ненужные. Как-то так, короче. У Тёмика одна краска упала. Надо было Тёму заскринить, конечно, эту красочку. Ты что-то как-то провтыкал этот момент? Или у тебя есть скрин? Нет. Ну, печалька. Печалька в этот раз что-то у нас упало. Ну, в принципе, ребят, будем на этом заканчивать данное видео. Если оно вам понравилось, то обязательно поставьте лайк. Если на этом видео наберется 50 лайкосов, то мы запишем еще одну серию открытия контейнеров. Ну, а вы пока, ребят, если не подписаны на канал, то подписывайтесь. Ставьте колокольчик, ставьте лайк данному видео. Пишите, по вашему мнению, кто выиграл в данной битве. По нашему счету, как бы выиграл я, но, возможно, у кого-то мнение совсем другое. Так что как-то так, ребят. Всем спасибо за просмотр. Пока, ребят. Пока.